Да, Украина. Плачевные события происходят. И в этой войне просто нет конца и края. Никто из вот этих противодействующих сил, как мне кажется, не хочет идти на перемирие и пытаются доказать только кровью, кто из них сильнее, мощнее, властнее. И пока они не перебьют друг друга, к сожалению, по моему мнению, это все не закончится так быстро.